Книга «Открытым оком», том 3, вопрос 1016, тема «Смерть». Душевно больной человек спрыгнул с 9-го этажа. Будет ли это считаться за самоубийство и можно ли о нем молиться? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Правило Тимофея 14. Вопрос. Если кто, будучи вне себя, подымет на себя руки или повержет себя с высоты, за такого должно ли быть приношение или нет? Ответ. О таковом священнослужитель должен рассудить, подлинно ли, будучи вне ума, соделал сие. Ибо часто близкие к пострадавшему от самого себя, желая достигнуть, да будет приношение и молитва за него неправду. Говоря, что был вне себя, может же быть, что соделал сие от обиды человеческой или по иному какому случаю от малодушия. И о таковом не подобает быть приношение, ибо есть самоубийца. Посему священнослужитель непременно должен со всяким тщанием испытывать, да не подпадет осуждению.